All right означает согласие, иногда неохотное. В дружеской беседе часто произносится all right. Отец. Do it now before you forget. Сделай это сразу, пока ты помнишь. Сын. Да, хорошо, сразу. Том. Пожалуйста, напомни принести мне пиццу. Селли. Да, хорошо. Ну, я тоже хочу кусочек. Возглас, согласие или ободрение. Обычно с all right. Элис, come on, let's give Sally some encouragement. Элис, ну пошли подбодрим как-то Салли. Фред, ну хорошо. Сэлли, молодец, держи на уровне, ты можешь это сделать. That's way to go, all right, shouted various members of audience. Вот так и надо, так держать, продолжать в том же духе, кричала разнообразные члены аудитории. All right already и all right already. Нетерпеливое выражение согласия. А второе скорее комичное, чем грубое. Устарело, но еще употребляется. Элис. All right, ready, stop pushing me. Так, все, хватит, прекрати, хватит меня доставать. I didn't do anything. Я ничего не сделал. Come on, get over here. All right, already. Давай, иди сюда, быстро. Да, все, все, иду. Хватит меня по мелочам доставать. All systems go, значит, все запланировано, все готово. Заимствовано из жаргона, которыми использовались в Америке на ранних степенях космоса. То есть, дословно, все системы в рабочем порядке. Фраза звучит чуть сильно. Can we leave now? Is the car gassed and ready? Мы можем ехать сейчас? Машина заправлена? Готова? Да, все работает четко, мы можем ехать. I will test it for up for the track meet. Мы подготовили машину к гонке на треке. Да, все системы в рабочем порядке. All is the best to someone. Все наилучшее по отношению к чему-либо. То есть выложиться, чтобы доставить кому-то максимум удовольствия. Есть подвариант, скажите так. I did all my best to learn English. То есть перевод. Я выложилась 100%, чтобы выучить английский. All the more reasons for doing something and all more reasons to do something. Есть более чем много причин, чтобы сделать. Может использоваться в нескольких грамматических конструкциях. I don't will do well the calculus because I don't like the stuff. Я не слишком силен в математике и вычислениях. Отец. All more reason for working hard at it. Ну вот еще много причин, чтобы подняться в этом вопросе. I am tired of painting this fence. It's so old and rotten. Мне надоело красить этот забор. Он же такой старый и гниет. Вот еще больше причин, чтобы это сделать. All things considered, после рассмотрения всего, всех причин. Алоха, здравствуйте, из гавайского языка, употребляется в неформальном дружеском разговоре или во время пребывания на Гавайях. Алоха, welcome, smile the hostess. Здравствуйте, сказала хостес. Элис, hello, can I come in? Могу ли я зайти? Come in, aloha and welcome. Да, добро пожаловать, заходите. До свидания, из гавайского языка. Употребляется в неформальном дружеском разговоре или во время пребывания на Гавайях. Mary, it's time we were going aloha. Это было время, когда мы были на Алохе. Aloha, Mary, come again. Пока, Алоха, приходи еще. All the family stood by the little plane, cried and called aloha. Вся long after my little plane took me away to Big Island. Вся семья стояла под небольшим самолетом, кричала и кричала «Алоха, Аллах!» «Алоха» после того, как самолет забрал меня на большой остров. То есть с маленького гавайского островка им попрощались, когда он летел на большой. «I am glad to see you!» «Я очень рад вас видеть!» Это не вопрос, это утверждение. Ударение делается на I и на you. Bill. Well, I finally got you here. Boy, howdy, I'm glad to see you. Наконец-то рад тебя видеть, очень рад тебя видеть.
том, когда, в тот момент, когда Билл открывает двери. Here I am, а вот и я. Второй отвечает, what's wrong, что не так? Boy, I am glad to see you, я рад тебя видеть. Come on in, the hot water heater, exploded. Заходи, у меня угробился нагреватель горячей воды. Am I right? А разве это не так? Я прав. Способ получить ответ и вызвать продолжение разговора. Now this is the kind of thing we should do, be doing. Am I right, Sue? Well, sure, I guess. Вот это те вещи, которые нам следует сделать. Ну я же ведь прав. Да, конечно, ты прав, без вариантов. You don't want to do this for the rest of your life, am I right? Yeah. You won't make something of yourself, am I right, I suppose. Ты не хочешь заниматься этим всю оставшуюся часть жизни. Я прав? Боб, ну да, 100%. Ты хочешь сделать что-то из себя? Хочешь добиться чего-то по жизни? Я прав? Да, я предполагаю это так. Репетитор по скайпу, Smart Teacher 100.